субботу в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем 18-26 градусов, ночью 18-20 выше 0. Ветер преимущественно западного направления 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 19, западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 23, ночью 20 градусов выше 0. Ветер западного направления 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, дневное время плюс 22, ночью 18 градусов выше 0. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, температура воды в реке Волга 22 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.